типа, мы можем взять криминальный, а можем взять не криминальный. Видимо, вот так это работает. Ребятки, мы уже собрали почти весь мусор со стройки, почти закончили все это дело, но появилась МП с реактивными гоночками. Я думаю, нам нужно поучаствовать, потому что уже затрахались сидеть, вот это вот носишь туда, носишь. Ну реально, мы только что говорили, что как бы задолбал весь гринд в этих игрушках, да? И, по сути, сидим и гриндим мусор. Мы так жестко гриндим, потому что нас всего лишь двое. По-хорошему, конечно, в организации должна быть куча народу. И вот, собственно, для этого я вас всех тут жду, вот, чтобы этим потом как-то заниматься. Так, я тогда в Аркадиус, ты вези. Ну да, хорошо. Вот знаешь, все обычно думают, что это всякие эти замы, они по блату. Нет, нифига, мусор таскаем, видите? Да, 2.08 у нас времени, мы таскаем мусор. Но благо контракт почти закончен. И мы получим свою награду, которая, наверное, будет очень большая. Ну, в размере почти 2 пикадора. Ты все сдал? Нет, я доезжаю как раз. Да! Ура! Мы получили 31 тысячу? Ну да, то есть как бы 30 косарей сверху. Еще вот что, мы же потратили 2 тысячи на сам контракт. Ну да. Так что по факту мы получили 29. Все равно это больше, чем один пикадор. Да, это больше, чем один пикадор. Пикадор мы отстояли. Это уже прекрасно, это уже хорошо. О! Но репутация у нас все равно нейтральная, кстати. Должна была повыситься. Странно, странно. Репутация семьи, типа, должна была даться. Ее нету. Смотри, короче, здесь есть... Опа. О, мы на МПшке. 3, 5, 4, 3, 2. Так быстро? Ага. И уже все. Ну, тюка. Реактивная хрень. Ага. И мы вряд ли с тобой. А там чувак, кстати, почему-то поехал до старта. Позиция где-то пишется, по-моему, нет. Не знаю. Ну, это ж не скилл-тестина, не гонка, как бы. Нам вообще хотелось бы, между прочим, тут позицию бы свою бы знать. Ну, я точно знаю, что я не первый. Но я вижу перед собой только двух людей. Ну, так этих, которые ты видишь, а их может быть еще больше. Да. Мать. В том-то и дело. Ха-ха-ха, я, кажется, первый. Красавчик. Ну, не думаю, потому что трасса здесь, блин, кто ее строил только? Я утопил мотоцикл. Хе-хе, молодец. Гребаный столб, камон. Да ладно, он перед финишем меня... Да ты твою мать, ты серьезно сейчас? Третий, ну серьезно что ли? Все прям вот перед финишем мне нужно было зафейлить. Ну конечно, конечно. Как же еще у меня могла пройти гонка, ребят? Естественно, шел хорошо, идеально вырвал победу, а потом все просрал. Просто тупейшим образом. Смотри, у нас, если мы криминальный статус наша компания приобретет, то тут будет контракт специальный для нас. И еще у нас, по-моему, будет возможность делать, ну, наркоту. Что тоже, в принципе, не лишнее. Так что, блин, я не знаю, может быть, криминальный статус нам как раз мог бы помочь. Ну, не знаю. Ты как хочешь. Я думаю пока. Я думаю, ребят, если вы знаете, если есть какие-то идеи про статус именно организации, я пока еще его не выбирал. И самое время дать какие-нибудь советы. Предлагаю подождать. Как тебе совет? Вот я тоже предлагаю подождать. Орда. Орда Глюк Инкорпорейтед. Глюкинг. Глюкинг. Глюкинг, да. Это как геймсейвинг, только глюкинг. А долго еще будет эти мероприятия? Я утопил. Так, я уже все, я финишировал. О, чувак, я вижу, репутация у нас плюс 5. Ха-ха-ха. Отлично. Е-е-е. Слушай, я возьму пока еще один контракт, посмотрим, что там. Не будем делать. Так, посмотрим вот ту прошивейную фигню. Ну что, товарищ Сорс, довольны ли вы нашими похождениями? Ну что я могу сказать? Во всяком случае, забавная ночка получилась. Товарищ Сорс,
Мне кажется, что вы как-то неправильно сидите на этом стуле. Да все отлично. Вы парите на реактивной тяге над стулом. Я просто ел сегодня супчик. Интересный, гороховый. Я так и думал. Ребят, у нас есть еще несколько контрактов. Я хотел очень посмотреть. Я готов поспорить, что мы не успеем сделать вот этот контракт, потому что на него даются сутки. Но он как раз вот там, где мы покупали рюкзачки. Там теперь... А, вы не можете взять этот контракт. Ваша организация должна иметь государственный статус, а мы, видимо, не имеем. Не имеем. Так вот оно что. Типа мы можем взять криминальный, а можем взять некриминальный. Видимо, вот так это работает. Угу. Ладно, есть еще один тогда контракт «Мясной день». Давай это посмотрим. О чем? Поставки увеличились, склад мясокомбинатов Палета Бэй забит под завязку. Помоги сотрудникам мясокомбината перевести продукцию на склад. Что-то мне подсказывает, что вес палеты с мясом 9 килограмм. Возможно. Пойдем проверим. Я уже направляюсь туда. А что ты не работаешь-то? Ты глянь, стоит, а? Стоит. И все нормально, начальники. Ты ничего не носишь там, э? Я все носил. Вы гляньте, как он делает вид, что он что-то делает. Я работаю, начальники. Все хорошо. Да у тебя в руках здесь ничего нету. Возьми ящик нормально. Все у меня есть. Ребята, короче, вот здесь вот мясо носится. Я уже загрузил всю свою тачку. При том, что мясо весит 9 килограмм. Опять, да, мясо опять 9 килограмм, опять 10 штук. Проблема только в том, что везти очень-очень далеко. А разница 8 тысяч. Да, и вопрос остается лишь в том, что если там процентики идут быстрее, то может быть это выгоднее. Но начальники, что-то мне кажется, что это не так. Что? У меня проблема. Какая? Посмотри на мою машину. А что случилось с твоей машиной? Ну ты посмотри, что у меня из окна торчит. А, у меня так же. Я так же нагрузился, я ничего не вижу. Аэродинамика нарушать. Ладно, что, ты загрузился, поехали, да? Во, нашел. Так, сдаем. Сдаем груз. 8 мяса с мясокомбината. И поросенок Петр в беленькой рубашке. И еще 2 куска мяса. Итого 8 кусков мяса. Десятку я привез. Красава. Так, сейчас поеду в этот в Аркадиус, посмотрю, сколько процентов мы выполнили. Не просто, если кончится, что с тобой делать? 7%. 7. Не 5, уже 7. То есть я привез 10 штук и получил 7%. Ну, то есть это не так, конечно, как я сказал. Путем математических изысканий мы можем определить количество. Примерно 150 пакетиков. Да, примерно 150 коробочек. Ну, плюс-минус 1-2. Ну, вопрос, конечно. Ну, блин, это все равно на грани рентабельности. Смотри, сейчас, когда я приеду, у тебя должно быть 15, наверное. Вот тут опять-таки, если ты ездишь не на Пикадоре, да, каком-нибудь сраном и на Тесле, а на... Ну, да. Чем-то прям большегрузном, то тогда, ну, конечно, да. Тогда, конечно, в этом действительно больше смысла. Что-то... Именно для такой, что Сент-Кинг пойдет. То есть, ну да, бы... типа ты за одну ходку просто больше привезешь, получается тебе меньше ходок надо делать. Смотри, сколько процентов там сейчас у тебя? 13. Ну, короче, блин, такое себе. Может быть, только если реально большим Сент-Кингом и все, тогда да, есть смысл. А... Ну а так мне проще сейчас пакеты поносить, честно говоря. Да, а так билиберда какая-то получается. Я так понял, что Сент-Кинг это... Самая такая тяговая лошадка. Ну, блин, 200 килограмм вывести, это, конечно. Ну, знаешь, я знаю только одну машину лучше. Это Mercedes 6x6. А он сколько везет? А там, по-моему, то ли 400, то ли сколько килограмм. Я не знаю, сколько. Надо смотреть спецификации, я врать не буду. Так, я знаешь, что, короче, сейчас в экономе смотрю. Это так, не эконом. Торнадо возят по 50 вообще. По поводу... 6x6 я, походу, тебя обманул. Тоже 200 литров.
200 килограмм. 200 потом... Да, у 6x6 Мерседеса. Обманул я тебя, скотина такая. Но у него управление 100, торможение 100 и скорость 100. Блин, ну это круто. Я просто как бы открыл шпаргалочку. Это вот как бы 9 лям. Серьёзно? 9? Да. Мерседес G63 6x6. Ё-моё, серьёзно, 9 лямов. Ну да, вот я в этом как бы. Слушай, я в шоке с некоторых цен, конечно, здесь. Ну это 6x6, реально ездит везде. Чё-то, короче, я вот здесь полазил, в экономе вообще ничего интересного нет. Ну вот самым интересным был, пожалуй, Пикадор. Да. Пикадор и... А где Сан Кинг продается? В серебристом, в этом, либо премиум, либо... Ну, не там, два рядышком, я не помню, как он называется. Сейчас посмотрим. Я пытаюсь сейчас прикинуть, какие машины нам нужны будут на будущее. Ну, что я тебе скажу. Этот контракт мы по-любому не завершим. Я уже задолбался возить 9-килограммовые пакеты. Ну, это трэш просто. Мы не перевезем столько. Тут, нет, ну, перевезем, тут расстояние большое просто, ну нафиг. Кто это... мне проще возить мусор со стройки. Кто вообще перевозит так? Здесь перевозить нужно, знаешь, там фурами. Ну типа, камон, представляешь, на легковушках, там, пускай даже на джипах, да, перевозить что-то такое. Смотри, в теории берешь, банду раскачиваешь до 30 бойцов, 20 бегают с пакетами, 10 тупо ездят без перерыва какими-то пикадорами прокачанными и тупо, или сэнкингами, и тупо все вот это вот сбывают. То есть беспрерывный процесс. Только проблема в том, что у нас только не берется это задание. Капец, слушай, сэнкинг здоровый. Здоровый, но 400 тысяч. 400 тысяч. 200 килограмм. Ну, у нас на счету сейчас в организации, да, есть 200 тысяч, которые я закинул, и еще 29, которые мы с тобой заработали. Все. Ну, да. На этом наши заработки все. Закончены. А вот странно, вот типа можно было купить грузовик, да, там лямов за, ну, не знаю, там за 50, за 80. За 250. Ну, да, типа, и тогда бы, типа, ты мог бы нормально возить, а не вот это вот. Кстати, ты в курсе, что раз уж мы достигли 7 уровня, у нас, по сути, открылась работа дальнобоем и инкассатором. То есть просто ради прикола поработать можно. И сравнить с заработком, который мы получили вот за... Ну да, вот взять в одной серии, например, протестить инкассаторов, а в другой серии протестить дальнобоя. Правда, дальнобоя это все равно, что сейчас мы только что проехали. Фу. Ладно, ребятки, на этом мы закончим эту серию. Пишите, что думаете, пишите ваши советы. Все постараемся учесть, потому что развитие своей, знаешь, организации, это тебе не письками в тазике мотылять, все очень серьезно становится. Вот. С вами был Глюк и Сорс. Ссылочка на канал Сорза в описании. Зайдите, полайкайте его. Ну и всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бара-бам.